Сегодня у нас необычный рецепт, хотя продукты, используемые для него, будут обычные, но сам рецепт очень редко, в принципе, применяется. Так как спиртовой раствор может храниться очень долгое время, можете купить литровую бутылку сразу водки и взять две средних головки чеснока. Берем, полностью очищаем каждый зубчик от шелухи. Дальше режем, желательно мелко, каждый зубчик. Подготавливаем соответствующую посуду, чтобы туда все вошло. И заливаем вот этим количеством водки. Закрываем крышечкой капроновой и ставим на подоконник, на светлое место. Можно на балконе, на подоконнике ставить, особенно на солнечной стороне будет супер. И пусть в этой баночке наш чеснок настаивается 9 дней. Следующий этап. Опять смотрим фазы Луны. И как только наступила новолуние, так сказать, новая Луна, начинаем принимать данную настойку. Перед тем, как вы будете себе наливать, так сказать, обязательно взбалтываем. Нам необходимо строго 50 мл. Итак, в новолуние начинаем и ровно 7 дней с началом новой Луны. Один раз в день мы натощак, обязательно натощак. Неважно, когда это будет. Желательно до этого 2 часа не есть. После приема где-то 40-45 минут не есть. Это самый идеальный интервал. После истечения 7 дней прекращаем принимать эту настойку. Если необходимо, если у вас все-таки камушки и так далее, ждем следующего новолуния, и можно следующие 7 дней с наступлением новолуния повторить данную процедуру. Ее можно повторять как минимум 4 раза подряд. Потом желательно сделать перерыв где-то 2 месяца. Потом опять можно повторить.